вами Катя. Если вам будут лайки, что мне понравилось в феврале? Ну, начнем с того, то, что это... Кто не знает, что такое лайки, это то, что мне понравилось в определенном месяце. Сегодня вам покажу, что мне понравилось. Там у меня вещи из Зары. Ну, это как магазин. Ну, очень популярно, думаю. На ней обращение внимания на эту точку я не смогу отметить. Вот. Что ж, поехали. Давайте я вам покажу, что для начала первая рубашечка за. Это все было в феврале. Вот такая вот рубашка со звездами. Написано еще Zara. Zara Girls. Посмотрите, вот. Zara Girls. Вот у него, ну, извините, вот Zara Girls. Все видно. Надеюсь, вам мне нравится. Выбираю строчка такая серебряная. И... Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут красивый пояс дизайнерский. Все можно заказывать, всем им взять. Дяди, мне нельзя. Ну, ладно, я думаю, не важно, что мы у меня. То есть, ну, мне нравится сама дизайн. И он вот так закрывает, знаете, как такие прикольные, мне нравятся чуть такие луки. Кстати, луки я тоже собираю. Угу. Ну, луки это определенно очень прикольно. Мне нравится. Мне прикольно очень, я хожу не в школу. Не выкладывай. Дальше. Рубашки эти все из Зары, как я сказала. Дальше. Там я потеряла одну еще рубашку из Мари. Скажем так, я не буду показывать. Мне нравится это уже побольше. Вообще рубашка. Вот он из Зары Герлс. Ровно на 10 лет. Тут очень красивая прострочечка с этими звездочками. Карманы тоже красивые. И пуговицы очень оригинальные. Посмотрите, и на плечах прострочка. Ну, карманы есть везде. И можно сказать, когда поворачиваешь рукава, я сейчас вам покажу. Здесь все дело. Вот так это делается. Сейчас артистика. Я забываю, что у меня сценарий теперь. Я пишу это сюда. Я уже... Я показываю, что в прошлом видео. Она такая тоже. Тут есть нарком врачей. То будет такой способ. Дальше. Деды Зара. Мне очень нравится. Там, смотрите, вы только... Они просто бомбезны. Хотя у них тут написано I'm Stixman. То есть, ну, это мои кроссовки или кепки. Ну, мне видно это, да? Тут еще есть также. Я не знаю, что я думаю, художник адресован, но мне нравится. Я думаю, что я их куплю. Большой размер, согласна. Думаю, снимать на этом. Такие дырочки для проветривания. Вот. Мне с остальным просто лучше. Я пишу сразу на все и будем. Кстати, лайки, это мой новый проект, который будет продолжаться долго, и рисунки. Ну да, я в прошлом видео показывала, какие у меня вот новый проект. Вот так он выглядит. То есть вот там написано, какой размер и что это за. Кстати, Корей приз. Ну, да. И вот такой же, мне нравится только что. Такая подушка крутая, то есть что, ну, даже с аргиросом, смотрите, ну, мне видно, например. Сейчас постараюсь фокус, только в фокусе. Ну, это видно, что Zara Girls написано. Не знаю, что такое. Молча красивый цвет. Мама уже не сказала. Что дальше у нас? Ароматизатор. Это такой ароматизатор. Сушка, мишки, типа... Вы думаете, что я купила? Ну, на самом деле я купила все равно такое. Ну, да, я знаю, я не попытаю. Тут очень смесь, это ванда. Очень вкусно, я согласна с вами. Как раз мою шапку пулька. Так, дальше. Ждите. Технические неполадки. Дальше это расческа. Мне кажется, она есть у каждого блогера.
меня школа типа на синюю, Саша Спилберга есть, я не знаю. Были. Такие три сисечки, она мне пришла без крышки, да. Мне сомнение, если она мне пришла без крышки, да. Слушайте, один мой гендер, я не повторяю за него. Ага. Вот так, способ, это, кстати, у меня в сценарии все написано. Круто. Блин, мне камера падает. Нет. Таким способом это все выглядит. Мне очень нравится, потому что я не вижу людей перетрясить. Ну, иди, да это раньше. Дальше мы быстренько приходим на штаны из Зары. Да я смотрю, интересно, потому что мне стены. Угу. Первое, это вот такие крутые леггинсы. Угу. Да нет, это я так ну, вот так вот они выглядят. Они уже немножечко порвались. Посмотрите, какой у них клин крутой, да? Мне нравится, что это не точечки есть. Покажу, где Зара написал тут. Вот Зара. Написано Зару. Значит, этими денежками живем. Дальше второй штанцы. Это какой-то беленький штанцы. Да. Такие, они очень худенькие. Мне нравится, что есть такой вот кожаный такой брелочка, но не понимаю, что написано, конечно. Так шинка, так я иди тут заразил. И да, написано заразил. Немного все три специально закрываю. Так что. Дальше у нас маркер из Fix Price, кстати. Это тоже из Fix Price. Очень, сейчас говорю, очень жалко, что они рассыпались. Это не по сценарию, это не запланировано. Но они рассыпались, вы сами видите. Что мне это на самом деле не планировано. Но не все равно бомбезно пахнет. Дальше маркеры. Тоже показываем. Такие вот четыре цвета. Кстати, я читаю все по сценарию, даже сейчас. Все по сценарию. И записываю его сама. Мне нравится это делать. Я стараюсь писать почаще сценарий. Вот такими вот способами маленькие даже. Кстати, самое главное, где еще поспорить. Хотя это марк, но все же. Мне очень понравится она. Видите, здесь щипчики с пипирки, бомби, не знаю, она мне очень нравится, конечно же. Вот так вот выглядит. Дем, нига. Ну, на этом, на этой красивой, шикарной ноте я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, с вами была Катя Мёрова. Это были... Like it.